Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло О. И сегодня мы хотим представить вашему вниманию обзор ланолина растительного 50 грамм. Ланолин растительного происхождения, который часто называют растительным заменителем ланолина, получил широкое использование во всех видах косметической продукции для волос, по уходу за кожей, в средствах макияжа, ну и наиболее увлажняющих кремах. В косметической промышленности этот компонент, пожалуй, одно из лидирующих по эффективности и питательности веществ среди прочих косметических жиров. Его добавляют в косметические продукты для получения необходимой текстуры, средства и как соэмульгатор. Преимущество использования растительного ланолина в том, что он заменяет собой не только животный ланолин, но и одновременно вазелин. Хотя он завоевал свою популярность даже не этим свойствами, а тем, что растительный аналог не имеет неприятного запаха баранины, как ланолин животного происхождения. Растительный ланолин особенно востребован в средствах для губ, потому что придает бесподобный глянцевый блеск помадам и блеск для губ. Защищает губы от растрескивания и сухости. Свойство ланолина растительного, как косметического сырья, таково. Питает и смягчает кожный покров, имеет высокую проникаемость, увлажняет кожу, разглаживает морщинки, защищает кожу от внешних воздействий, противостоит потерям влаги с кожи, выравнивает, помогает сохранить здоровый тон, при других эмульгаторах улучшает стабильность эмульсии, придает глянцевый блеск средствам для губ, имеет некоторые противобактериальные свойства, в косметике воздействует как эмолент, эффективен для волос как компонент кондиционера. Ланолин растительный используют в средствах, таких как антивозрастные крема, крема увлажняющие, косметика для губ, питательные маски для волос, кондиционеры для волос, крема для ухода за бюстом, период кормления малыша. Вот такой удобной коробочке мы отправляем ланолин нашим покупателям. Вот так он выглядит. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!